Я родилась в Талуське, Шахурдина Матрёна Серафимовна в юности, а так сейчас Гречушникова Матрёна Серафимовна. Выучилась здесь, в этой школе нашей Талуськой, и выучилась. Потом работала здесь дояркой, в детском саду работала, паспортный стол. В то время, когда местные наши тяжело разговаривали по-русски, так что мне пришлось работать в паспортном столе, потому что там переводить надо было, кто какого года родился и где. Местные приходили, такой большой лист, там только год был написан, месяца не было. Так что я паспортный стол милиции разговаривала, как, ну, говорит, на ваше усмотрение. Разговаривать на своем языке, как, чего. Ну, там мы говорили, вот я, наверное, весной родился, и вот я им по праздникам ставлю. То кого 8 марта напишу? Ну, да и все соглашались, а что сделаешь? И много таких было. А мои родители всю жизнь работали в оленеводстве. Охотники, промысловики. В военное время помогали. Местные здесь, когда воссоединение было колхозы, это. Шили рукавички, ну и не только местные, наши камчедалы, вены, все были в труде день и ночь. И местные тоже, да, все трудились тоже в растениеводстве. У нас много было здесь работы, и дети, и от мала до великого. Ну, как я в первый класс пошла, не я только одна местная была, много приезжали все неграмотные. Учились. Учителя у нас хорошие были. Привезли мне перед Новым годом. Все уже читали, писали. Но я девочка усидчивая, драчунья хорошая, за себя могла постоять. И привезли меня в национальном костюме. Все это. Мама красиво вышивала. Все. И я тоже к этому училась. Не знала русского языка. Надо мной в шесто взяли это, старшеклассники, все старались, и говорю, вот это, так, мутненько, вот это называется стул. Я как это, обезьяна, все, везде повторяла, попугай. И учили меня читать отдельно. Я среди урока могла уйти свободно. Учительница уже не надоела, пишет каракули там. Я напишу аккуратно и уйду. Сделала свое. А там все эти палочки, вот это все для меня. Я рисовала хорошо. На снегу у нас, конечно, все газеты были химическим карандашом исписаны, когда выписывали газеты. На летом приезжали наши оленеводы, мама моя, или это, ездили верхом на оленях, приезжали. Это. Мы по своим пастбищам. За оленями следить, ездить на оленях. Кормить, на пастбище вывозить, особенно летом тяжело, когда олени в жаркое время, они от овода держатся, дымокур собирали это полностью, чтобы дым был, ну, чтобы дым, и олени стоят целыми днями. Но одно время оленей, отец говорит, идите в стадо, 4000 оленей на водопой, всех гнать. Телята еще, и они по тундре, и за ними все это 4000, чтобы они напились воды, напьются, и опять тут и остается дымокур, одна дыма, они бегут, чтобы спасаются от воды и комаров. Другие вот мои подружки ездили со мной как-то, и говорят, смотри, говорит, олени-то, говорит, как ты, вы узнаете каждого оленя это по отдельности? Я говорю, нет. Они каждый, как люди, теленок уже, они не похожи друг на друга. А вот поживете недельку, две, олени, посмотрите, и они не похожи друг на друга. А в стаде было очень много оленей. 5000, не считая телят. Да, и у нас по счету оленей было. У нас, где родители мои работали, у нас пастбище было в Хасынском районе, где Устемчик. Потом вот туда все кочевали. У нас не было вертолета. Все запасались сами на оленях верхом. Это ближние там магазины приезжали. И сколько на вьючные вот это все. Сколько надо, чего купить. А продуктов много не набирали. А были эти, как и лабазы. Ну, в общем, это в каждом пастбище лабазы. Там муку все хранили, ну, как склад. Сколько надо было, потом сбрали на
на олень нагружил. Грузить много нельзя было, грузить сколько надо, запас. Сахар, хлеб, муку, вот это все, много не возили. А так все кочевали постоянно. 5 тысяч оленей на неделю нельзя на одном месте это, оленей. Потому что, представьте, каждый олененок, олень, это, мох, там идут цикли и щипает. Там уже коричневое место делается, да? И на одном месте нельзя кочевать. То, что олени могут и копыта себе повредить, потому что трава сохнет, и, ну, можно везде это, копытка называется. И отец всегда смотрел, что вот удивительно, я их оленеводу восхищалась просто. Каждого оленя, вот отец пойдет, полтора часа стоит вот так, много оленей, много-много. Пройдет, посмотрит, ага. Один олень там рог сломал, один хромает. Надо поймать, посмотреть, что с ним. И представьте, вот маут, да? Маут собирают, и надо поймать его точно. И все с рогами же, да? Бегут, и мы там помогаем, бегут. И надо так заарканить, того поймать, который нужен тебе. Быков поймать, это самцов. Они такие шеи большие, здоровые. Попробуйте вот поймать именно арканом, его завалить и распилить рога. Потому что они, когда гон начинается, они могут себя поубивать. Заваженки. Дикие олени приходили тоже. Дикий олень сразу видно. У него и осанка другая, и бег другой у него, и грудь не так. В общем, отличить запросто можно. Это. И тем более нашим оленям их всегда опрыскивали. У них запах этот, дихлофос или как там. И все знали, что это дикий олень. И некоторые наши вот и кормились тоже. Оленеводцы, там, если бригады увидят там, ну, в общем, в юрте, да, там всегда подвешивали, сушили оленье мясо, вот там бригаде именно положено. Отец пойдет, посмотрит, ага, оленей мало, мяса мало, в общем, давайте на охоту. Всегда охотились, оленей диких убивали, и баранов. Обычно всегда после покрова собирали оленей, посчитывали, какой годен олень, какой не годен. В общем, собирали диких оленей, это, которые не обучены, важенки, все эти телята. И все был подсчет оленей. Колхоз у нас питался на это, оленей мясо. У нас детский сад в то время. Кто-то на трудодни осенью. Это осенью всегда было бы, в декабре, ближе так. Но пока все олени не сдадут олени, подсчет. В общем, колхоз-миллионер, он получался оленеводство, да, рыболовство очень много. 9 плесов было в то время, и здесь, и в Балаганном. И это оленеводство, потом это пушнина. Осенью примерно после покрова на той стороне вот, оленей пригоняли из дому. Все собирали охотники, оружие выдавали. И до марта месяца все охотники, оленеводы кочевали в тайгу. И издавали пушнину. Пушнины очень много бывает. Соболь, горностай, белки. У нас молодежные, это бригада была, как это, комсомольская молодежная. И такие пожилые. У нас это парник был большой, строили при колхозе сами. Построили парни. Огурцы, помидоры, все брали. Назарчук Лариса. На той стороне у нас овощехранилище было. И капуста хорошая выращивалась. Корчевали поля. Все местные работали. Всегда это пятницу, на субботу примерно, по радио председатель колхоза. Вот, ребята, товарищи колхозники, ну, кто там, детский сад, на заготовку коровам. И все, кто пешком, кто и назначили место, где будет косить, все дружно собирались, и дети, и все. И все дружно принимались за заготовку коровам. В то время кроит 50 или где-то 70 голов было, да, и то руками доели. Дедушка мой
Трахалев Павел Васильевич пас это, коров в ту сторону летом. Я тоже ходила, помогала, маленькая была. Только молока было, это, сметана, ложка стояла так. И все колхозники, интернат, все питались, это, творог. У нас стабильно жили, пока этой дороги не было. Ездили, сдавали вот эту пушнину, Балаганом был аэропорт. Ездили, летали с Балаганова, аэродром был. Вот. 5 рублей, да, до Магадана, 45 минут от Балагана. Я студентка, когда была, ездила на картошку, там талон Балаган, тоже корчевали, сколько полей было много. При колхозе, представьте, колхоз в мае месяце уже приходит к нам на линейку, мы все подстраиваемся, все очень много было. Так, дети, кто хочет летом поработать? Вот вакансии есть, садик, там это растениеводство, оленеводство, рыболовство, строительство. Есть вакансии. Вот придете, узнаете, кто где хочет работать. Мы в оленеводство. Мама всегда приезжала. У нас в Тинькинском районе стада находились. Мама приезжала через Магадан. Она получала деньги и покупали мы там на трассе продукты. А другие это ездили так, лично, на оленях. А потом уже вертолеты появились и все, все, все. Ты, эле Охотского моря, а где мрин, ой, дале, а где гунне, дярал бокуснюн, а где рнюн истимет, дыхсы нам голикин, омын дадер. А я урам кадарал бы, урак чербу и наму, нёбатыл, омгэтыл бы, им надохсил бы. Эвэнл торнгон, нёвтын гэринчин, муталэ, аи челэн биддив. Тэву ахат холилэн, бэйл онру бэчидды, олрнгаур бэчидэв, хочмакан манрутты, нодыл, асаткар, аю икэв. Праздник таки, и кенникер, бачер кенникер, коплеченикер, эмэдды, айють айють, мыт але биддип. Я рассказала о нашем крае, о нашем море, где чайка летает криком, большими криками над морем, рыбу ищет. На Тавузской реке рыбачат рыбаки, очень стараются поймать много рыбы для людей. Тавузские девушки в красивых нарядах и песнями, и танцами идут к нам на праздник. Когда у нас праздник Бахалдыдях, Хэбденек, и тавузские праздники у нас всякие бывают. И приезжает много-много гостей.